1 июнь зейде тоғын бір әхәмиетлі оқиға білен тарихқа кірешек. Бұ күнні Ринат Фәрдиев есіміндегі ел паркында шик соқшыларына хайкел ашу тантанасы іштірілді. Шәһәр районы біз харби бірлігінің көптәнгі қиялы шынға ашты нихаят. Бұл памятникті көптен күтін еді біз. Әлі Татьяна Васильевна замағындан әлі заказ әйткен еді. Нәхаз рахмет бүтінсіне біздің өзі біздің памятник болды. Бірінші Татарстанда өзі біз жылшып, рахмет спонсорларға біздің памятник болды қазір. Әлігі жауаплы үшіні Зейнің отақлы сыншысы Фазыл Шияпов тұрмышқа ұшыра 4 метрдан ортық бейгіліктегі шик соқшысы сынын ол 3 ай дегенде асап шыға. Монументін орнаштыру үшін жайлы орында ұзақ хам жидді сайлана. Те ребят, которые прослужили в армии год, полтора, два, кто-то еще и больше, отдавали родине, они имеют право находить себе место, куда бы сходили, где бы помолчали, посидели, вспоминали бы своих сослуживцев. Но в то же время в последний момент остановились, что именно вот этот парк, он тоже будет, значит, ознаменовать о том, что начало города или как край города, и, конечно же, это место будет как начало защиты нашего города. Мой старый друг, старый товарищ Галеев Эдуард Шахнурович, когда я сказал ему об этом, он поддержал эту идею и стал главным толкачом. Да, и тягач, и толкач. Спасибо ему огромное. Республикабызда мындай беренче хайкал ашу шатлыгын күрше шәһәрләрдән шик сакчысы гаскерләрендә хезмәт итүчеләр дә бүлеште. Чарада шәһәр тормышында актив катнашучы ветераннар район җитәкчесенең рәхмәт хатлары белән билгеләнделәр. Аларга алмашка тәрбияләнүче застава клубы вәкилләре күрсәтмә чыгышларын тәкъдим итте.